один пастух, и был у него 100 овец, и каждый он знал по имени. Он заботился об овцах и пасах на холмах Галилеи. Однажды пастуху показалось, что потерялась одна из овец. Пересчитав всех, пастух убедился в том, что необходимо отправляться на поиски. Он вернулся со стадом к загону и оставил 99 овец ради поисков одной, пропавшей. Он искал ее без отдыха и сна, везде, где она могла оступиться и упасть. Искал до тех пор, пока не нашел ее. Радостно взял овцу на руки. Пастух шел домой с великой радостью. Ничто на свете не могло помешать его счастью. Он вернулся к загону и бережно уложил овцу на траву. Затем снова пересчитал свое стадо. 99, 100. Пастух делился со всеми своей радостью. «Веселитесь со мной! Я нашел мою пропавшую овцу!» Все друзья собрались к нему и радовались вместе с ним. Так же и Господь заботится о каждом из нас.